Мировой банковский сектор скрывает в тени 45 ТРЛН. На долю США приходится 31% активов от общего объема теневой финансовой системы, Китая – 16%, Каймановых островов – 10%, Люксембурга – 7%, Японии – 6%. По итогам 2016 года объем теневого банковского сектора в 29 странах мира увеличился на 7,6%, превысив 45,2 ТРЛН. Это 13% от финансовых активов в государствах. Об этом свидетельствуют данные доклада Совета по финансовой стабильности, ФСБ, пишет Лига.нет. Как отмечается, на долю США приходится 31% активов от общего объема теневой финансовой системы, Китая – 16%, Каймановых островов – 10%, Люксембурга – 7%, Японии – 6%. В определение теневой банковской системы входят компании, которые не являются банковскими учреждениями, это хедж-фонды, инвестиционные и брокерские компании, фонды денежного рынка, а также ряд других компаний. ФСБ был создан странами G20 в 2009 году на основе существовавшего с 1999 года форума финансовой стабильности, ФСФ. Напомним, МВФ оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.